Всем привет! В общем, купили супер дешевый контейнер за 10 долларов. Вот такая вот мусорка. Но не спешим с выводами. Смотрите, что обнаружилось. Ну, во-первых, тапочки Джордан. Окей, денег стоит. А, но самые интересные тапочки это вот эти. Вот, смотрите, тапочки Louis Vuitton. Если они оригинальные, то вот мы можем зайти на eBay. И, пожалуйста, в проданных такие тапочки за 325 долларов. Я за 10, повторюсь, купил этот контейнер. Поехали посмотрим, что там. Неожиданно оказались такие огромные ворота. На улице он. Заглянем внутрь. Так, ну что ж. Вот так он выглядит. Вроде бы мелочевка, но я уже вижу ценники новенькие, вещи какие-то есть. 16 долларов, 25 долларов. Так, гвоздь программы наш Louis Vuitton. Ну, судя по торчачим ниткам, ну, блин, даже на подошве есть монограмма. Не знаю, нет, они не настоящие, да? Хотя очень... похоже. Ну ладно. Ладно. Это было бы, конечно, слишком хорошо. Ну, тапочки Джордан. Тоже ни о чем. Давайте смотреть. Рюкзачок. Вполне себе неплохой рюкзачок. Еще один рюкзачок. Алкотель, это что такое? Какой-то приборчик. Зарядка. Ну, еще рюкзачок. Рюкзачок, причем адидасовский. Так. Набор таких вот отверточек для того, чтобы залезть в труднодоступные места. Без самой отвертки, но тем не менее, насадки в наличии. Что здесь? Здесь у нас квотер. Больше ничего. Тоже пока ничего. Ага, вот еще один квотер. Уже 50 центов есть. Начинаем отбивать, сторож. Еще квотер. 75 центов. Ох, какой запах-то пошел. Смотри, сколько марихуаны. Анаша. Так в чемодане странно. О, в чемодане. А в чемодане техника. Свечи. Надеюсь, это спрайт. Sony. Усилитель есть. Проверим модель. Это, скорее всего, уже минимум 100 долларов. А может, чуть больше. И DVD. И DVD-проигрыватель. Ну, DVD-проигрыватель, ладно, на распродаже 10-20 баксов продадим. А вон еще что-то колонки. Да. Здесь колоночки. Колоночки, провода. К Sony тоже. Вот это. Вот просто. Ой, эта травка тебе воняет жуть какая-то. Это то, про что я говорил. Вот 10 долларов я купил. Если я даже здесь сейчас бы ничего бы не нашел и почистил мусор бы, ну и ладно. О, это что такое? А, это замок какой-то, что ли? Нет, подожди. Это розетки с пультом управления. Я даже не знаю, что это такое. Но это новое. Мы это проверим. Сейчас напишем цену, что почем.
сумка кожаная. Сумки пусто. Вот такой прикольный удлинитель. А, кошелечек, смотри, там Michael Kors висит. Michael Kors, сумочка. Отбила контейнер. Это я мусор сложила. Ну, что а, ты уже сложила. А я тоже хотел сложить мусор. Для USB. Мини-USB в USB переходнички такие. Еще USB переходнички. Нет, вот это не мусор. Это мы тоже, знаешь, по квотеру продается на распродаже. А у нас скоро распродажа, ребята. Через пару выпусков у нас будет распродажа. Поэтому, кто не хочет это пропустить и по какой-то причине еще не подписан, подписываемся на канал. Смотрите, сколько карабинчиков. Это вот грузы цеплять пригодится, резиночки. Еще карабинчики. Это... На батарейках лампочка, прищепки, двухсторонний скотч, еще резинка. Вот пистолетик типа клеем работать, приклеивать что-то. Он не, вообще недорогой, конечно, но доллар на распродаже мы с него возьмем. Еще квотер. Вот и получается, что только на одних квотерах мы уже сделали доллар из потраченных 10. Свечи. Автомобильные свечи. Свечи абсолютно новые. Посмотрим, что они стоят. Может быть, тоже получится продать. Вон сколько. Одноразовые шприцы, не распечатанные. Шприцы здесь можно купить только по рецепту у врача. Так просто тебе никто не продаст. Но это мы лучше выбросим в мусорку. Что ты нашла? Женский комплект. Мужской кожаный у нас уже был, да? Теперь есть женское что-то. Что здесь у нас? Вон новые лосины спортивные. Вещичек новых много, да, мы здесь? С ценниками прям. Вот уже. На распродажу пойдет. Тоже еще что-то с ценником. Покажи ценник. Сколько стоит, не знаю. Нет, вот же ценник. Нет, нет, там размер. Нет, цены нету, да. Ну, ладно. Разберемся. Еще одну боди. Так, чемоданчик. Давайте проверим чемоданчик. Что здесь интересного? Спортивный лифчик новенький. Была цена $12. Ну, раз он новый, на распродаже мы его продадим за пару баксов. Вот сюда ложили. Что здесь? Что-то так в пакетике отдельно запаковано. Штаны. Штаны. Штанишки, что за штанишки? Да, ничего интересного. God Style USA. Оп. Мешок. Больше не надеюсь, будет в пакетиках. Это что такое? Я не знаю, что такое на колесиках. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. 120 минут. Работает. Он типа... Мусор собирает. А как он его собирает? Он ничего не делает. Не сосет, ничего не делает. Он сейчас уйдет. Поехал, поехал, поехал. Алло! Вернись! Я все прощу. Прикол. Можно на 30 минут, можно на 120 минут его зарядить.
Здесь что-то должно еще только одеваться. Что, да, что-то сюда надо налепить. Вот и он будет протирать полы, если у тебя кафель там или что-то такое. Он будет мыть полы. Вот, Женя. Тряпки. Вот они, эти тряпочки, да. Вот они, это. Тряпочки просто. Вот они, эти тряпочки. Да, ложим назад, слушай. Давай. Натирать полы в машинке. Неожиданно. Сумка. Названия нету. Названия нету. Сумка вся переворошенная, мертвая. И пустая. Подойдет под мусор. Эти вещи не очень. Порцелан Pro. Что это? Я не знаю, что там навьет. Смотри, у нее загораются эти кнопочки, и она вибрирует. Это для лица. Выключайся. Она не выключается. О, вот, выключилась. Это для лица есть штучка. Надо будет проверить, сколько она для стоит. Лица что делать? Чистить лицо. Носки какие-то. Саквояж такой. Смотри, прикольный саквояж. Но порванный. Значит, в мусор. Это какие-то утягивающие носочки, да? Это, да, лечебные. Это, да, да, это что-то медицинское. При варикозе. Но. Здесь чисто такое держали. Мусор. Окей. Они новые. Угу. Раз новые, значит, мы их продадим. Телефоны, шмотки, Marlboro. Сигарет, ну как бы пачка из-под сигарет. О, кожаная юбочка новенькая. Я такое носить не буду. $15. Почему? Ну, что за вопросы? Почему? Сумка опять, да? Шуты, вещи, все вещи. Хорошо, мы распродажу делать будем? Да, мы будем оставлять на распродажу только вот новые вещи, которые вот с бирками. Потому что их забирают у нас за недорого, с удовольствием. А, сюда косметику свою сложила. Пульт от чего? От чего-то, стопудово. Я гений, я догадался сразу. Я просто похлопаю. Труселя опять. Опять срамота всякая. Еще одни шорты. Мыло. И колготки. Колготки новые, запечатанные. Угу. Вон тебе еще денежка. И центики. Ну, это не квотеры, но 22 цента. Почти квотер. Там еще где-то что-то на полу валялось. Сумка пустая. По бокам тоже нету? Ничего нету. О, тапочки. Солидные такие. Сапожки. На лабутенах. Ну, они такие, в мусор. Еще тапочки. С Росса. Стоили $115. В Россе? Вот внутри ценник 110, ошибся, извините, $110. Ну, это была цена у него. 7,5 размер. А второй есть? А второго нет. Самое интересное. Вот мне интересно, если он стоил $100 и у нас только один, мы сможем его за полтинник продать? Или это так не работает? Не работает. Жаль.
тоже, а нет, их двое, да? Этих пара, да. Ну такие тапочки, не знаю тебе, чоботы. Нет, их чоботы. Все, да? В карманах пусто. Ну что ж, вот еще немножко вещей. Да, давай их разберем. Немножечко вещей висит здесь. Что-то из этого мы заберем на распродажу. То, что опять же таки с ценниками целое новое. 16,99. Вот такой вот это коротенький показательный ролик, ребята, про то, что юнит за $10 всегда себя оправдывает. Вон та аппаратура стоит $135. Мы продали ровно точно такую же на той неделе. Соответственно, мы что-нибудь, да, заработаем. Да? Всем пока. Итак, переходим к розыгрышу автомобильного номера новозеландского Пенни, Магнитика и чего-то там еще, уже не помню. В общем, комментарии загружены. Их у нас целых 530. Вы красавцы. Включаем рандомайзер, кто же у нас станет победителем. Стрижка Лысьон тебе идет. Вова Веденеев. А, Вова Веденеев, ты уже что-то выигрывал, но, дружище, к сожалению, нету у тебя здесь ключевого слова. Поэтому, Вова Веденеев, мы будем искать следующего победителя. Им становится Ольга Толстая Коровята. Так, Ольга Толстая, проверяем твою подписочку. Нажимаем на каналы. Здесь нет ссылок на другие каналы. Вот, ребята, такой вот случай. Я его даже вырезать не буду. Обычно я вырезаю все эти моменты и просто объявляю победителя. Но в этот раз я вот вам показываю, что на самом деле, видите, очень часто бывает так, что условия не соблюдены. Человек, который вот вроде бы победил, увы, остается не у дел. Ищем следующего победителя. Итак, Анимен Коровята. Жаль, что вы крашнули несколько вещей, которые смогли бы продать за хорошие деньги. Как я уже говорил в прошлом выпуске, ребята, все под контролем. Спасибо, что переживаете. Проверяем твои подписочки. Итак, каналы открываем, ищем, смотрим. Продам гараж. Та-дам! Красавчик. Выходи на связь. Пиши мне, пожалуйста, Анимен в Инстаграм. Вышлешь мне свой полный адрес и жди свой приз. А мы переходим к розыгрышу на сегодня. Ну а мы пока пойдем прогуляемся с собакой, а заодно проведем розыгрыш. И сегодня в сегодняшнем розыгрыше участвуют следующие призы. Один багамский доллар. На нем не указан год, но это из контейнера, где все найденные нами купюры относились ко времени Второй мировой войны. Вот такая красота идет в розыгрыш. Вот такой вот брелок. Это ручная работа, индейская работа из кожи полностью. Он стоит $20. Я купил таких несколько, и один идет у нас в розыгрыш. Такого второго нет ни у кого, даже у Майкла Джексона. Также американский доллар, вот такой вот красивый, настоящий американский доллар. И 50 новых пенсов. Вот такая вот монета с такой интересной формой. Я думаю, нумизматам будет интересно. В общем, все это получит тот из вас, кто угадает, напишет более точную цифру, сколько мы заработали с этого контейнера за $10. Тот из вас, кто назовет точную цифру или будет ближе всех к точной цифре, получит этот приз. Если таких человек окажется несколько, то и призов будет несколько. И мы дополнительно разыграем еще какие-нибудь банкноты, монеты или еще прикольные ништяки между этими людьми. До 5 человек. Дерзайте, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, сколько заработали мы с этого сторожа. А также у нас победитель с прошлого выпуска Павел Резепов, комментарий которого выиграл предыдущий приз, так и не объявился. Павел Резепов, лично тебе сообщаю, если ты так и не появишься до следующего выпуска, мы переразыграем твой выигрыш.